Приветик, с вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я буду пробовать европейские шоколадки. Я вот купила три такие шоколадки. Первая это вот такая вот студенческая с кокосом. Я купила шоколадки, которые еще не пробовала, и хочу вместе с вами их попробовать сегодня. Вторая это такая вот шогеттен, тройную, типа кофе как бы. И третья такая вот милка. Напишите в комментариях, кто пробовал такие шоколадки. Я такие не пробовала, поэтому сегодня хочу вместе с вами их протестировать. Начнем мы, наверное, с такой вот студенческой шоколадки. Мне очень было интересно ее попробовать. Давайте открываем. Это чешская шоколадка. В ней 180 граммов. Такая вот она достаточно-таки большая. Открываем. Вкусно пахнет, кстати, кокосом. Я думаю, что эта шоколадка будет очень вкусной. Вот так вот она выглядит. Она с орешком. Вот так вот она выглядит внутри. Пробую. Вкусная шоколадка. Не знаю, здесь кроме кокоса и орехов еще вроде бы что-то есть. Или мне кажется, что здесь что-то еще желейное есть. Это мармелад какой-то. И честно, скажу я вам, сильно такого кокосового вкуса явного здесь не чувствуется. Она довольно-таки сладенькая, но думаю, что с чайком будет нормально. Вот такая вот, не знаю. Честно, я думала, что она мне больше понравится. Но она такая. На любителя очень сладкая. Думаю, с чайком будет самое то. Будем кушать ее с чайком. Следующая шоколадка, которую я буду пробовать, это будет милка вот такая вот. Открываем. Напишите в комментариях, кто пробовал такую милку. Как она вам? Я тут немножко поломалась. Первый квадратик, который мне попался. Здесь внутри жидкий шоколад. Супер. Да. Фишка этой милки в том, что каждый квадратик имеет свою начинку. У меня это три шоколада, то есть в одном это шоколадная жидкая начинка, в другом шоколадная, наверное, твердая, ну и в третьем просто с кусочками шоколада. Ну, я не знаю, как ее попробовать. Ну, честно, она на вкус вся одинаковая, поэтому я дальше пробовать не буду, потому что она очень сладкая. Я чаек себе не приготовила, поэтому буду потом с чайком ее кушать. Так, и последняя шоколадка, которая у меня на сегодня осталась, это такая вот шогеттен немецкая. Она идет квадратиками, кто знает. Давайте откроем, попробуем ее. Такая вот фольга здесь. Очень красивые здесь квадратики. Сейчас я возьму один, покажу вам. Такой вот он сзади, такой вот спереди. Попробуем. Очень вкусный кофейный вкус. В отличие от тех шоколадок, это менее сладкая. И это мне понравилось больше всего. Она не такая сладкая, она очень вкусная. Здесь вот попадается даже кусочки кофе. Прямо как будто взяли зерно кофе, подробили и добавили в эту шоколадку. Очень вкусно, мне понравилось. Но, наверное, не знаю, думала я почему-то, что именно кокосовая, студенческая будет сегодня моим фаворитом. Но моим фаворитом сегодня стала вот эта вот шогеттен. Ну, она мне больше всего как бы понравилась. Напишите вы в комментариях, какие из этих шоколадок, которые я сегодня пробовала, пробовали вы. И какая понравилась вам больше всего, если вы пробовали. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Если у меня есть любители сладеньких видео, ставьте обязательно лайки, поддерживайте меня, пишите в
комментариях хотели бы вы видеть больше видео, где я пробую разные вкусняшки. Ну а на сегодня это все. Буду с вами прощаться. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.